Всем привет, дорогие друзья! Это Сова. Мы продолжаем с вами играть в их дохренища. В прошлой серии мы каким-то раком прошли Эльдорадо. Сегодня... Орда в недосягаемости. Сегодня пойдем... Я даже не знаю, на самом деле, куда. Здесь великаны, холодная погода, это очень плохо. А запретный лес что такое? Это место похоже на спокойный лес, стоит в себе ужасных существ, которые возродились из наших худших кошмаров. Солдаты-мутанты, известные как бегемоты, были созданы древними людьми, чтобы убивать зомби, но в конечном итоге пали от пандемии и стали частью зараженных. Бегемоты сконцентрированы в запретном лесу, поэтому ваша миссия будет заключаться в том, чтобы уничтожить их. Потому что империи не будет покоя и мира, пока эти существа ходят по земле. То есть гиганты это не самое плохое, что есть в этой игре. Да. То есть у нас получается... А, у нас еще есть ядовитое болото. Пошли ядовитое болото нахер. Какие-то бегемоты. Ну их в жопу, короче. Так, правда, чем будем проходить ядовитое болото, вот в чем вопрос. Слушайте, по-моему, пришло время снайперов. Все-таки, наверное, пришло, да, их время. Мне так кажется. Наверное, давайте попробуем. Так, оптика. Так. Шерстяные линзы. Телескопический прицел. Так, где-то здесь я видел еще какое-то говно. Что такое стальные турбины? А, лучная мельница. Нет, не надо пока. Трансмутатор. Без него мы тоже пока поживем. Что такое легродистая сталь? Короче, проволока, короче, понятно. Так. Наноматериалы. И да, полная реальность. Снайпер у нас будет представлять собой чуму тогда. Если мы вот это все возьмем. Урон от атаки плюс 20, радиус атаки больше и ранг типа плюс 1. Вообще охрененно. Вроде бы как. Но нам тогда на генетические мутации вообще не останется. То есть, если мы захотим генетические мутации, ничего у нас вообще хорошего не будет. Сооружений требует меньше. А где-то тут была какая-то волшебная штука. Сейчас монумент. Нет, не монумент. Кстати, железобетон, каменная стена, жизнь плюс 20%. Это прикольная штука. Я вот даже не знаю. Вот это вот хорошая реально вещь. Реально хорошая вещь. Как и, кстати, изоляционные материалы. Так, где же я это видел-то? Вот, да? Так, громоотвод. Но нужен улучшенный передатчик Тесла. Для этого. Он дает какое-то безумное количество, типа, этот самый... И фигни. И при этом... Вроде как сильно расширяет энергосеть. Ну, не знаю, короче, посмотрим. Так, я, короче, попробую. Если это, конечно, не какая-то огромная ошибка. Но все равно, мне кажется, великанов без снайперов не пройти. Я думаю, как бы я ни хотел, но снайпера для великанов, скорее всего, это единственное, что их вообще возьмет. У них очень много урона. Из всех солдат, которые у меня есть в распоряжении... Ну, только мутанты еще. Вот не знаю, что такое мутанты. Но в ядовитом болоте до мутантов я явно не дойду. А если я пройду ядовитое болото, то у меня мутанты будут все равно. То есть, типа, если, допустим, без них невозможно пройти дальше, то у меня свои мутанты будут. В общем, я знаю. Это предположение. Надеюсь, что я не лжанулся только что, когда вот это все сделал. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте, Так, мы просто сразу бежим сюда, кроме одной лучницы, которая бежит сначала сюда, потом сюда. Потом сюда, вторая лучница бежит сюда, потом сюда, сюда и тоже прибегает сюда. Так, все, зашибись. Планируем. Так, планируем. У нас где-то здесь должны быть гребные дома. Начнем строить оттуда. Да, день 12, орда, все такое. Все, все мы знаем, все мы любим, это все, все наша любовь. Вот эту штуку забрать. Че бы не забрать эту штуку, если ее можно забрать. Так, построился, молодец. Так, поезд запоздал и к нам уже едет. Пум.
Сейчас он нам приведет всяких разнообразных интересных ресурсов, и мы воткнем сначала лесопилку, потом все остальное будем делать. Так, лесопилки. На 17. Надо как-то их так распределить, чтобы их было как можно больше. Я так думаю, что я никак так не распределю. 14, а здесь уже не помещается. Да, здесь я уже никак не сделаю. Хотя 13. Блин, просто... Так, ну-ка, подожди, 13. Мне просто нужно, чем больше лесопилок, тем больше я смогу построить электростанции. Это очень важно. В итоге 9. Ну, блин. По-моему, ничего я ни хрена здесь не выкружу. Так, нет, 17. Тогда я могу ставить только на 9 ее. Но это невыгодно, потому что здесь я могу поставить тогда на 14, они даже отсвечивать не будут. Ну ладно, хорошо. Так, а что я могу поставить здесь? На 18. И все. Окей, пока ждем. Так, пока ждем. Еще один находчий домик надо будет сюда воткнуть. Даже несколько. Так, отлично. Находчий домик давайте на 15. Тогда сможем поставить здесь на 17. И здесь сможем поставить тогда на 13. Ну, 13, хорошо. На 13 тоже нормально. Так, окей, теперь мне нужны палатки, которые мы потом превратим в дома. Опять не хватает ни хрена золота. Так, сюда. Так, вторым рядом будем строить? Пока, наверное, не будем. Вот здесь вот будем строить. Так, здесь как раз еще две, по идее, должно войти. Так, надо потихонечку пробираться, наверное, к железу. Хотя нет, до железа пока еще рано. Пока не будем пробираться, пока немножко подождем. Так, сейчас нам принесу... О, у нас, кстати, да, пулемет уже еще есть теперь. Не стоит забывать, что у нас теперь есть пулеметы. Так, сейчас нам притащат, и нам надо будет сделать столярку. Так, отлично. Столярку. Куда мы поставим? Вот сюда, наверное. Здесь, по-моему, как раз в рядочек встают все необходимые нам штуки. Так, давайте ставим сюда столярку, и пока, короче, ее исследуем. Так, пулеметики мне не очень сильно нужны, а вот к железу дорога мне уже нужна, я думаю. Так, типа того. Да и дорога к камню мне, в принципе, тоже нужна. Только вот туда у меня тогда не будет доступа, а мне он нужен. Так, ну давайте, ладно, сделаем вот так. Может, это не лучшее расположение, но пусть так будет. Так, у нас не хватает энергии. Сейчас 300 золота будет, надо воткнуть первую мельницу. Так, давайте воткнем ее сюда. Так, пока у нас, короче, этого нет. Рынок хрен с ним. Столярку мы сейчас изучаем. Спешить нам, в принципе, некуда. Хотя нам нужно успеть настроить снайперов. И это понятно. Но пока без них поживем. Пока немножко поживем без снайперов. Так, энергия у нас строится. Все, ладно, нормально. Так, нам, конечно, еще нужна энергия. Но нет, нам сначала нужно 200 человек жителей. Прям по любасу надо 200 человек жителей. Так, отлично, это изучилось, изучаем сразу фермы. Снайперов еще, да, кстати, тоже изучить надо для начала, чтобы их можно было делать. Так, теперь нам нужно быстро выйти на 200 человек. Так, чтобы нам быстро выйти на 200 человек. Блин, у меня еще банк сейчас будет. У меня еще будет банк. Так, давайте сюда. Так, здесь у нас уже так активно не построится. Так, где-то здесь должны быть банк и эта фигня. Внизу, по идее, должны быть фермы. Других, наверное, вариантов здесь не будет. Как-то так. Так, рудник на железо уже можно строить? Ну да, рудник на железо можно строить, да и рудник на камень, кстати, строить тоже можно. Так, два рудника у нас готовы. Жральников у нас сейчас не будет, энергии, кстати, тоже не будет скоро. Так, сейчас изучается ферма, первым делом делаем ферму.
Ферма, ферма. Где же ты, моя ферма? Так, ферма моя вот. Хорошо. При условии, что мы будем ее потом прокачивать. Через... Так, на 62. Здесь на 60. Ну, тогда буду здесь ближе делать. Так, давайте на 60 сделаем. Здесь вообще на 58. А здесь тогда на 56. Так, а могу ли я... Говно ли я... Так, сюда я могу еще поставить одну штуку. Давайте на 62 делаем. Так, делаем на 62. И сюда еще заодно на 14. И сюда, по идее, тогда у нас, да, влезет на 12, но, возможно, и не влезет, пока не будем делать. Так, еще жратвень, короче, на 14. Сюда пока делаем, и пока хорош. Так, и плюс у меня сейчас опять не будет здесь ни хрена. Сейчас надо будет строить мельницу. И, соответственно, качать себе дальше людей. Так, мельница готова. Следующую мельницу ставим вот сюда. Может быть, даже мельниц, кстати говоря, надо будет реально пару. Она у нас дает 31. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, могу я сюда поставить лесопилку? По идее, должен, да, на 14 все встает, отлично. И тогда сюда можно вставить и мельницу. Во! Так, что-то типа того. Две мельницы, лесопилка, жральник. Так, теперь можно... Теперь надо качать здесь дальше наших ребят. Так, где-то здесь будет банк и эта фигня. Значит, здесь нам надо будет делать дальше жилой квартал. Сомнительный, на самом деле, жилой квартал, конечно. Так, сколько у меня человек? 114. 114 человек маловато. Да, 114 человек маловато. Как их прокачать на самом... Блин, это вот место вообще ни к селу, ни к городу просто у нас. Ни это, ни в Красную Армию. Так, давайте вот здесь. Здесь у нас раз, два, три. Блин, не поместится здесь и банка, эта штука сразу. Ладно, банк в другое место потом запихнем. Пока не до этого немножко. Банк — это не основная штука. Так, хотя фермы, наверное, придется смещать вниз. Здесь они же, конечно, хорошо выглядят, но без этого я не построю здесь нормальное количество людей. Они мне очень сильно нужны. Так, поэтому следующую ферму надо немножечко вниз подсместить. Плюс еще где-то здесь надо сделать склад. Склад я тоже очень хочу. Энергия у меня еще пока есть. Кстати, непонятно, куда на самом деле запихнуть здесь склад. Так, сколько он мне привезет? Ну, до 200 человек, конечно, он мне не привезет. Так, он мне привез 170 человек. Так. Снайперов пока рано. Учебный центр пока рано. Пока надо побыстрее расширяться. На 52 сюда вошла штука. Может, прямо сейчас склад вхреначить? Не знаю, суров, конечно. Да и склад, вообще-то, по идее, должен бы распространяться у нас еще и на деревяшки, и на вот эти штуки. Но на фермы распространять его выгоднее. Но тогда не достает у нас ни до чего, кто у нас занимается деревом. Поэтому, блин, я не знаю даже. Так, как бы его так расположить, чтобы он был классный. Так он достает у нас до камня, но сейчас он мне подрежет немножко жратвы за счет этого. Но он достает до камня. Ну хотя нет, не подрежет. Он ее прокачает, плюс он прокачает мне дерево и добычу камня. Камень мне нужен будет обязательно. Ну не знаю. Плюс еще одну ферму. Так, давайте, ладно, мы его воткнем сюда. Места у нас здесь немного. Может быть, это не лучшее решение, и может быть, даже рискованное, но давайте сделаем так. Склад мне хочется иметь. Так, склад мне хочется иметь. 170 человек у нас есть. Сейчас мы тогда добьем до 200. Так, жатва у нас, правда, закончится, поэтому нам нужно будет еще... Блин, а добьешь ты сюда вообще? Я боюсь, что до этой фермы не достанет просто уже. На 26 ферму. Ну, такое себе, конечно.
Хотя, с другой стороны, на 26 лучше, чем ни на что. Так, давайте, ладно, поставим ее сюда. 200 человек у нас сейчас будет. Так, вот эту вот штуку мы тогда сюда достаем до конца. Так, отлично. Теперь нам надо исследовать... Кстати говоря, дозорная башня — это прикольно. У меня ее раньше никогда не было, я ее не использовал. А может быть, она нам пригодится. Ладно, фиг с ней, с дозорной башней пока. Давайте сделаем себе рынок. Рынок уменьшит нам всякие потребности в жратве, и в целом очень полезная штука. Так, исследуем рынок. День пятый, и после рынка, наверное, уже надо будет потихонечку клепать себе, может, учебный... Даже, наверное, уже надо клепать себе учебный центр. Так, куда бы его только заклепать? Ну, сюда, наверное, это лучшее место, где мы можем его сделать. Так, учебный центр, потом мы изучим снайперов. Но до того, как мы все это сделаем... Так, для того, чтобы построить рынок, мне надо будет еще энергия. Энергии опять нет. Так, давайте сразу тогда фигачить... Сюда, наверное. Так, сразу фигачить сюда электроэнергию. Так, деревяшка у нас немножко добывается. Так, плюс 17 у нас дерево. Еще, конечно, один складик бы туда не помешало, но мы уж туда никак не поставим. Так, эта штука у нас пока добывается. Так, давайте тогда потихоньку, помаленьку выходить вот сюда. Одной, наверное, штукой я сюда не выйду. Ну, вернее, я, может быть, и выйду, но лучше этого, наверное, не делать. Так, давайте выйдем через две штуки сюда. Вот так. Так, хорошо. Технология у нас готова. Для того, чтобы построить, нужно 40 камушков. Так, 40 камушков ждем. И 400 золота тоже ждем. Так, 40 камушков у нас как раз... Не, ни хрена не будет. Тогда ждем поезда для того, чтобы был 40 камушков. Это первое, что я хочу сделать. Так, великолепно. Сюда, да, кстати, может быть, сюда и влезет банк. Может быть, сюда банк и влезет. Так, давайте вот сюда мы тогда его сместим. Здесь она будет выгоднее смотреться. Банк мы, наверное, куда-нибудь там таки да припихнем. Вопрос только, когда это будет. Так, мастерская по камню не очень нужна. Плеваки это все дело размордуют мгновенно. Дома... Ну, в принципе, нужны. Ладно, пока нужны снайпера. Надо пока, наверное, снайперов уже начинать выходить. Так, с рабочими у нас все не очень хорошо. Так, давайте мы здесь еще достроим. Блин, сюда здесь, наверное, плохое место, чтобы здесь что-то строить. Давайте вот сюда на 13, блин. Не, неправильно. Неправильно я поступил. Так, надо сделать тогда... Нет, не этот домик, а вот этот домик на 12. И все-таки, наверное, мы сюда что-нибудь построим, но чуточку попозже. Давайте вот так. Чтобы потом не перестраивать, сразу сделаем вот таким образом. Так, и сразу сделаем еще одну ферму на 54. Разница не очень большая, а будет стоять довольно кучно и хорошо. Так, сюда у меня уже ничего не вмещается. Ну и ладно. Зато, в принципе, на 7 вмещается сюда домик. Почему бы и нет? Сейчас у нас все средства хороши. Так, эта штука у нас строится. С энергией у нас опять, кстати, будут сейчас проблемы. Уже, наверное, можно заказывать следующую. Вопрос только куда? Так, ну, пока более-менее внятно выглядит вот сюда. Так, и по-хорошему сейчас надо будет, наверное, делать снайперов себе. Начинать делать снайперов и пробовать, наверное, куда-то ими, может быть, даже идти. Но пока хотя бы просто делать. Блин, они дорогие, зараза, просто пипец. Но они теперь должны быть мощные, по крайней мере. Мы, кстати, можем пойти и вот эту штуку раздолбать. Или не можем. Я не знаю, можем мы раздолбать эту штуку или не можем. Так. Не, мы не можем раздолбать эту штуку, походу. Чё-то вы какие-то, ребята, дохловатые у меня. Слушайте, реально они какие-то дохлые прям, смотрите на них. Так, я туда вообще зря пошел. Так, ты у нас, друг, давай на этих самых, на плохих врагов сразу переключайся. Застрели его нахрен. Так, вот еще один снайпер идет. Так, хорошо, продолжаем тогда клепать снайперов.
И пока мы продолжаем клепать снайперов, надо сделать дома. Палатки мне строить уже некуда. Так, пока вот так. Окей. В общем, без вышки делать там нехер. Прям вообще нехер там делать без вышки. Вот что я хочу сказать. Так, ладно, давайте тогда, блин, поставим здесь вышку. Без вышки туда вообще ходить не надо. Так, пока сюда на пустырь, короче, будем сажать снайперов. Потом мы их загоним вот туда. Так, надо прям полную очередь сделать, чтобы они постоянно строились. Так, здесь мы оставим место для банка. И сделаем, наверное, что-то типа того. Так, снайпериш ready. Снайпериш готов. Опять пиздец, растворили лучниц. Так, все, снайпера, идите сюда. А чего так медленно регенитесь? Блин, солдаты регенятся охрененно. Снайпера регенятся как чурочки с глазками просто. Так, давайте сюда. И что вам сделать-то, я не знаю. Да, в принципе, что-то такое надо делать. Так, они должны у нас, соответственно, того самого. Так, снайпера пока постреляют. Может быть, покачнутся во что-нибудь полезное. Так, ой, еще один снайпер пришел. Но быстрее он, кстати, ходить не стал. Я думал, может, он побыстрее ходить станет. И даже несмотря на вот типа доп урон, что-то как-то не такой уж он прям и доп. Так, ладно, на все бабки заказываем, значит, вот здесь. Так, заказываем еще снайперов. Никого, кроме снайперов, пока строить не будем. То есть наша задача их настроить столько, чтобы мы потом могли ими нормально воевать. Так, и пока мы этим занимаемся, надо пойти украсть отсюда дерево. Так. И еще кого-нибудь нагрить. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так. И кого-нибудь нагрим. За счет этого прокачаемся. Прокачаться это выгодно. Кстати говоря, может быть, снайпера, когда получат ранг, смогут их убивать с одного выстрела? Или это все мечты и фантазии мои? Ладно, непонятно. Не попробуешь, не узнаешь. Так, с рабочими у нас все плохо, поэтому нам надо потихонечку будет сейчас грейдить дома. Так, буквально по одной штучке грейдить. То, что жратвы у нас еще, в принципе, порядочно. А вот с деньгами все не очень хорошо. Так. Ну, будем улучшаться, что? Насколько возможно, будем улучшаться. Так, сейчас нам привезут немножко рабочих, немножко снайперов. В идеале бы, наверное, все-таки баллисты, которые мы потом превратим в эти самые, как они называются-то? Судей, судей. Баллисты мне нужны. Судьи прекрасны. Так, снайпериш реди. Снайпериш реди. Так, давайте мы как-то так сделаем. В прошлый раз у меня была очень херово сделана электросеть. В этот раз попробуем сделать ее чуточку получше. Типа, чтобы она вот отсюда цепляла сразу сюда. А здесь, чтобы она отсюда цепляла сразу вот туда. То есть у нас будет разводящая энергосеть вот такая. Охрененный план, мне кажется, вообще. Какой я молодец. Так, значит, эти штуки нам будут нужны для того, чтобы подбиваться от волны. Поэтому мы можем сразу их уже начинать строить. И желательно их так строить, чтобы можно было от них отходить, ходить, отходить, отходить назад постоянно, когда их будут убивать. Это в идеале. Так, а что там у нас происходит? Ну-ка. Так, пока у нас здесь все строится. Эй-эй-эй! Эй-эй-эй! За мной! Come to me, my friends! Так, кто-то там у нас качнулся. А сколько у него хп? Так, у него 120 хп у зомби. А сколько у моего охрененного снайпера урона? А непонятно, сколько у него урон. Ладно, пусть пока там стоит. Так, теперь выйди, покажись. Ты ветеран, у тебя... за 32. Так, с доп. Уроном он, короче, будет убивать с одного выстрела. Вот оно что, Михалыч. Наверное, в этом ключ. Наверное, к этому ключ к победе, мне кажется. Но это не точно. Если он будет убивать с одного выстрела, то нам надо достаточно иметь больше снайперов в ряду, чем будет идти их одновременно по мне стрелять, для того, чтобы тупо на снайперах отбить, короче, волну. Охрененный план, мне кажется. Только он наверняка не сработает. Какие-то еще нюансы есть, которые я просто немножечко не учитываю. Так, энергия, энергия, энергия. Так. Теперь нет денег, ладно. Деньги мы сейчас будем потихонечку зарабатывать. Так, снайперыши у нас строятся. Молодцы, снайперыши.
Так, ну-ка. Там Цумир. Эй-эй-эй! Ой-ой-ой-ой-ой. Хоп. Так, еще есть желающие? Я дам вам тумаков. Ну, такие сволочи. Так, ну-ка нахер пошли. Ну-ка пошли нахер, мальчики. Оп. Так, отлично. Еще снайпер построился. Может быть, пойти куда-нибудь сходить их, прокачать пока что? Главное так их прокачать, чтобы их не убило, а то я любитель так ходить. Так, день 11 из 12. Я, походу, типа буду пытаться на одних снайперах пройти. Все идет к кому? Так, давайте мы еще поставим такую штуку сюда, центральную, или не будем? Надо как-то так расширяться дальше, чтобы потом мне все это дело не перерубило. Это будет у нас типа резервная энергосеть, но такое себе. А, пойдут они, кстати, вот оттуда. Так, пойдут они, кстати, вот оттуда. Давайте мы поставим вот сюда штуку, чтобы мы могли потом занять эту самую. Во-первых, нефть, а во-вторых, лес. Так, что там у нас строится? Нормально? Нормально строится. Так, давайте теперь изучим большие баллисты. Все-таки. Так, изучим большие баллисты, потому что ничего кроме пользы от этого не будет. Так, и все-таки одну такую штуку сюда надо поставить, чтобы здесь было пространство для строительства. Так, и вообще, конечно, кроме шуток, надо бы прокачаться. Надо бы прокачаться сходить. Так, вы, короче, здесь сидите, а мы пойдем немножко качнемся. Главное не умереть сейчас. Если мы качемся до ветеранов, это мы будем большие, прибольшие молодцы. Так, и мне надо, значит, к следующей волне построить вот такую вот фигню. Да, чтобы здесь можно было что-то строить еще. Так, ребятки. Пил. Давайте. Охренеть у вас урона. Качайтесь. Чем больше вы прокачаетесь, тем лучше нам потом будет. Так, что-то нас уже, по-моему, запирают. Так, лучка, беги сюда. Снайпериши, бегите назад. Ладно, не будем вам рисковать, вас мало. Должна быть такая критическая масса, которую не убьют. О, там, смотрите, мы их нагрели. Мы их нагрели, теперь бежим назад. Так, снайпериш, давай, снайпериш. Делай красиво все. Так, лучниц мы переводим туда. Снайпериши у нас ready, готовы, короче, все. Все прекрасно. Так, теперь нам нужно несколько больших баллист. Несколько больших баллист, которых мы потом сделаем судей. А вот это интересно. Они два раза подряд приходили с севера. А теперь с юга пошли. Любопытная фигня. Так, а здесь у нас, получается, нет китайского рандома. Вернее, наоборот, здесь есть китайский рандом. Вот этот поворот. Вот это поворот. Ладно. Допустим, что у нас со снайперами? Так, еще один снайпер у нас, короче. Ну, а две баллисты и снайпера. Так, а вы тогда... Ну, что вы с вами сделаете? Идите вообще нахер отсюда куда-нибудь. Вы, может быть, их немножко поводите? Например. Кстати говоря, это нормальная история. Так, давайте вот эту вот закажем штуку. Так, баллисты нам все равно пригодятся. Потому что баллистами мы будем потом этот самый. Ну, помимо того, что их будем превращать. Вот там напали уже, я смотрю. Так, помимо того, что мы будем потом превращать, они в принципе полезны. То есть они будут защищать наше поселение, пока наши основные снайперы будут, короче, ходить здесь повсюду. Вот отсюда пошли. Очень интересно. Это прям что-то свеженькое, я бы даже сказал. Ладно, идти они будут долго. Пока они будут идти, наверное, мы успеем построить еще баллисточку, я думаю. И хорош. Все, три баллисточки, пусть здесь стоят, больше не надо. Так, три баллисточки и пока хотя бы из дерева сделать защиту. Так, типа того. Снайпера у нас стреляют далеко и в целом молодцы. Так, еще знаете, что хочу? Я хочу, наверное, дозорные башни. Потому что широкий угол обзоружения на этой карте очень критичен будет.
Я, наверное, никогда их не строил, но мне кажется, что они должны делать прям ровно то, что мне нужно. О, здравствуйте. Неплохо они ложатся. Ну, это не орда, конечно, но ложатся они неплохо. Так, маловато. Мне нужно еще больше таких ребят. Так, давайте одного мы отсюда сюда отправим. Так, и продолжаем строить. Дозор на башне изучается, все хорошо. Так, только у меня осталось 9 человек. Всего лишь навсего, которых я могу использовать. Ну ладно, мне все равно нужно дофига снайперов. Ну давай телевидение, покажи мне снайпера, которых я вкачал. Они должны намного лучше себя показать, чем снайпера, которые раньше были не вкачаны. У этих снайперов больше урона. Да. У этих снайперов больше урона, но толку, походу, от этого никакого. Ну, хотя нет, толк-то есть, конечно. Но их надо снайпер этих самых элитных качать. Только когда они будут элитные, они будут представлять большую угрозу. Сейчас пока... Ну, так и небольшую, прямо скажем. Они угрозу собой представляют. Ну, ладно. Так, этих тоже надо убирать. Этих тоже надо убирать. Так, и они уже до этих добрались. Ну, ладно, хорошо. Так, этих тоже надо убирать. Мне нужны каменные башни. Если я хочу хоть что-то делать дальше с снайперами или вообще хоть чем-нибудь, мне нужны каменные башни. Так, этих сейчас растворят нахер. Все, четверых растворили просто. Четверых снайперов растворили. Да. Так, вы бежать. Вам бежать нужно. Теперь возвращаемся. Ну, выйти в передовой отряд было, конечно, хорошей идеей. Так, лучницы бегут сюда. Но, не знаю, возможно, это у нас задел на будущее. Возможно. То, что я сделал, но я в этом не уверен. Можно было, конечно, поставить пулеметы, но я буду их ставить, когда мы сейчас будем расширяться. Ох, так, ладно, надо этих превращать, надо их качать, короче. Надо превращать их всех в элитников. Тогда, возможно, у нас будет какая-то польза от этого. Так, рабочая древесина и 300 золота. Так, хочу. Хочу такую башню. Хочу такую башню, эта фигня у нас пусть строится, они потом, в принципе, нормально будут отбиваться. Да, хочу дозорную. Как она выглядит, дозорная башня? Так, дозорную башню мне, где у меня 300 золота? Так, 300 золота, хочу дозорную башню воткнуть вот сюда. Так, и пойдем туда сходим. Так, эта штука у нас готова. Так, пойдем сходим туда, у нас есть 16 снайперов. Немного, конечно, но, в принципе, нормально. Вопрос только, сколько у нас растворило элитников. О, кстати, энергия. Кстати, энергия. Так, кстати, энергия. Так, энергию, кстати, надо собрать. Так, и давайте я вас просто ставлю на холд, чтобы вы потом свои пушки не доставали. Так, давайте, стойте пока стрелять. Не, ну, они, конечно, мощные. То есть прокачанные, они мощные. Я думаю, великанов можно убить только таким образом. У них урона получается. А здесь урон не указан, да? Радиус видимости указан, урон не указан. Так, ну... Ну ладно, посмотрим сейчас. Так, там дом, мы точно знаем об этом. Пока мы сейчас будем качаться в этих самых снайперов, в элитников. На халде они нормально. То есть, когда они, в принципе, уже с этой самой... С распущенной винтовкой стоят, они нормально себя показывают. Сразу причем. Так, вот у нас получилась дозорная башня. Так, хорошая дозорная башня, мне нравится. Я бы таких дозорных башен сделал как минимум парочку. Так, теперь, знаете, что я буду делать? Я буду, блин, хотя их расхреначить потом. Я хотел вот эти вот штуки защищать, чтобы их сразу нельзя было убить. Но их потом все равно убьют, поэтому не знаю, насколько это классная мысль. Может быть, вообще никакая мысль. И мне надо расширяться во все стороны. Здесь основной каменюга и всякая вот эта вот фигня находится уже за пределами этого всего. Так, поэтому... Ну, давайте попробуем так, хорошо. Пока снайперши у нас качаются.
Еще один снайпериш у нас готов. Сейчас у нас начнут заканчиваться жители. Ладно, хрен с ними, с жителями. Пока идем сюда. Нам надо сделать, чтобы у нас был хороший приток денежек и всего остального. Так, пойдем сначала вот сюда сходим. Будем потихонечку изолировать от общества вот эти куски и захватывать, соответственно, чем тут можем производство сделать. Давайте начнем вот с этого. Так, там на нас бегут, я смотрю. И, кстати говоря, не добегут. Эта штука до них не дострельнет. Блин, печально. Нет, тогда надо немножко развернуться. Потому что они бегут и добегут обязательно. Так, давайте бежим и вот этих вот давайте им убьем. Так, плюс еще одного снайпера надо построить. Надо, короче, их строить по максимуму. Пух-пух-пух-пух-пух. Так, все нормально, теперь возвращаемся. Вот сюда можно, в принципе, пулеметик-то и воткнуть. Я думаю, что здесь он может нормально сработать. Так, вот так вот мы воткнем пулеметик, нормально. Пусть он эту штуку у нас защищает. Так, теперь здесь. Здесь как бы плохо. Они ее сейчас расхерачат. Расхерачивают они ее моментально просто. Ну окей, хорошо. Хорошо, допустим. Вот здесь вот у нас, получается, должен быть проход для них. Так, давай идем сюда. А, и вот здесь вот нас сейчас замуруют. Если мы туда пойдем, нас просто замуруют и все. Да, потому что они пойдут сейчас со всех сторон. Так, просто ощетинились, стоим, стреляем по ним. Если что, убегаем назад. Так у нас хотя бы какая-то возможность будет сбежать, если что. И мне нужна одна лучница, которая бежит сюда сразу. Теперь мне надо поставить сюда. Так, на пятерку и на 15. Ладно, ставим на 15, короче, такую штуку. Сюда ставим пулемет. Так, пока вот так. Где там лучница моя? Лучница, беги сюда. Так, лучница бежит сюда. И забирает отсюда жратвень. Так, забирает отсюда вот эту штуку и сваливает назад. Все. Так, лучница сделала свое дело, лучница может свалить. Так, теперь здесь. Значит, соответственно, на всю деревяху, которая у нас есть, мы грейдимся. И ставим, выходим в мастерскую по камню. Уже пора. Так, мы здесь немножко всех подстреляли, мы молодцы. Здесь нам, конечно, по-хорошему нужна какая-то промежуточная штука, но у нас нет рабочих. И рабочие у нас будут только в следующий раз, когда приедет поезд. А, не, уже приехал поезд, и уже у нас есть рабочие. Ладно, хорошо, я погорячился. Тогда вот эту фигню мы можем с вами закрыть. И мы можем с вами еще сделать себе немножечко дерева. Правда, совсем чуть-чуть. Всего 4 его будет добываться, но это все равно неплохо. Так, и мы можем еще вот эту штуку защитить другим пулеметом с этой стороны. Защита, ребята, много не бывает. Здесь мы ходить не будем. Но там, скорее всего, будут у меня дальше располагаться фермы. Поэтому как-то вот так вот пока стоим, ждем. Так, все, хорошо. Теперь нам надо на пограничье поставить будет... Так, во-первых, нам нужна дозорная, еще одна. Сюда. И нам нужна еще одна Тесла, чтобы начать отгораживать вот этот вот кусок здесь. Или хотя бы сделать какую-то промежуточную штуку, чтобы нам в спину не надуло, когда мы будем здесь бегать. Так, идем сюда. Потому что нам будут пытаться постоянно зайти в спину. Если они нам зайдут в спину, нам трындец. Снайпера для таких вещей не подходят. Так, все, здесь пока встаем. И в идеале нам надо поставить, соответственно, ну вот сюда, наверное, ставить баллисту надо. И захватывать вот этот кусок нам тоже нужно. Так, давайте вот так вот сделаем и пока просто стоим. Смотрим во все стороны, не отсвечивая. Захватили деревяшку, потом пойдем дальше. Деревяшка у нас, ну да, в принципе, готова. Еще можем здесь 6 добывать, но не знаю, насколько это важно и нужно. Ждем на большую баррис. Нужно 500 золота. Потом это у нас будет судья. Но до судьи еще надо дожить. И большую баррису можем сделать уже сейчас. Так, 500 золота хочу. Давайте мне 500 золота. Так, 500 золота готово.
Так, 500 золота готовы. Чтобы ее сразу не расхерачили, надо сделать вот так. Так, с этой стороны ее расхерачат вряд ли. Но мы все равно ее запрем. Пусть будет вот такой небольшой форпост. Здесь. И она будет защищать у нас еще и вот эту штуку заодно. Так, ну теперь главное, чтобы она успела достроиться. Так, здесь у нас зомбятины, здесь у нас это, здесь у нас то. Камень мне еще, конечно, будет нужен, когда мы сейчас каменную пойдем, но это уже такое. И мне надо будет сейчас уходить в электростанции. При первой же возможности надо будет сразу с каменной штукой этой выходить в электростанции. Но это будет уже в следующей серии. Короче, какие-то такие дела. Я, правда, немножко снайперов перестал строить, у меня их всего 19 штук. Это мало. А, кстати, где еще один? Вот он. Это мало, но это уже лучше, чем ничего. Следующая волна пойдет хер его знает откуда, но пойдет она очень скоро. К этому мне надо каким-то образом подготовиться. Вот как я буду к ним готовиться, я не знаю. Конечно, не, ну судя, я никак не успею сделать. Нужно, короче, больше снайперов. Сейчас у меня будет больше дерева, я смогу его продавать. И с этого больше дерева, которое я смогу продавать, соответственно, у меня будут бабки для того, чтобы этих снайперов клепать. Дома я здесь сделал, домов надо сделать будет еще больше, но этим будем как-то балансировать, не знаю, каким-то образом. На сегодня тогда я с вами прощаюсь, в следующей серии продолжим. Удачи, ребята, и всего вам доброго.